Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролиплей, Центральный округ. Мони здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить мони по регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня у нас обратно серия с вебочкой, потому что, ну, давно просто не было серии с вебочкой, поэтому я решил и вторую серию тоже записать с вебкой, поэтому я надеюсь, то, что за это вы поставите лайк и обязательно подписывайтесь на канал, потому что цель 20 тысяч подписчиков мы сделали, давайте будем дальше как бы развивать канал, подписываться, писать комментарии, ставить лайки. То есть вы максимально поддерживаете меня, и я буду вам как бы делать контент, снимать видосики почаще, делать стримы и так далее, поэтому подписывайтесь, лайки там и так далее. Сегодня мы будем открывать кейсы. Я открывал недавно автоящики, получается, а сегодня мы будем открывать Marvel ящики. То есть ящики такие, где есть у нас, получается, одежда, по-моему, либо всякие аксессуары. То есть сегодня мы этим будем заниматься. У меня как бы остался донат, поэтому почему бы его не потратить на эти ящики. Давайте пропишем команду донат. У меня здесь, по-моему, сколько? 1058 азайкоинов. И здесь мы можем как бы купить кейсы. Кейсы эти стоят не очень дорого, вот по 20 как бы рублей. Вот ящик Marvel, получается, есть еще ящик джентльмена. Получается, у нас есть ящик Marvel, там какие-то, наверное, скины, типа из фильма, там Человек-паук, там Железный человек, либо еще что-то. А вот ящик джентльмена, это, скорее всего, какая-то модная одежда, там, Gucci, там, Louis Vuitton и так далее. Я так думаю, поэтому я сегодня хочу именно открыть вот эти ящики, поэтому сейчас мы их будем покупать. Я не хочу, наверное, весь донат тратить, я, наверное, сейчас куплю 10 ящиков, посмотрим, что вообще туда выпадет. Если оттуда ничего не выпадет, то откроем ящик джентльмена. Ну, чисто для разнообразия, поэтому, повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и за вебочку тоже можно отдельно лайк поставить. Поэтому вот как-то так, покупаем, получается, Marvel. Я не знаю, сколько штук купить, 10, 15, 20. У меня здесь всякой херни вообще очень много, на самом деле. У меня вот мангал есть, у меня есть всякие фонарики, всякие, блин, аксессуары, скины для мотора, блин. Ну, просто очень много всего, на самом деле. То есть, мне придется, да, обратно чистить, походу. Давайте, ладно, 15 ящиков куплю. Сейчас у нас есть 9 ящиков, еще надо купить, получается, 6 ящиков. Да, вот 15 ящиков, давайте будем сейчас их открывать. И, как бы, посмотрим, что нам, в принципе, может выпасть. Я без понятия вообще, что тут здесь есть. Так, талон какой-то выпал. Бронза обратно. Нам нужен какой-то, я думаю, скин, скорее всего. Так, Йода какой-то. А, подождите. Йода. А что такое Йода? Подождите. Нам, по-моему, какой-то скин выпал. Или что? Подождите, стоп. Ага. Ага. Нам выпал скин, пацаны. Нам выпал скин какого-то чудика из Звездных войн, как я понял. Он еще в новогоднем костюме. Ну, я не знаю, сколько он вообще стоит, но нам он выпал с какого раза? Сколько мы кейсов открыли? Мы открыли, получается, 5 кейсов, и нам сразу же выпал скин, получается, Йоды в новогоднем костюме. Ну, я не знаю, сколько он стоит, честно. Я без понятия, поэтому по этому поводу ничего не могу сказать вообще абсолютно. Давайте, думаю, дальше открывать. Ну, скин такой, знаете, смешной. Так, окей, открываем дальше. 1 XP. Так, талон. Но то, что нам выпал скин, это хорошо. Хотя я когда открыл автоящики, там тоже скин выпал. Санки на спину. Чего, блядь? Какие санки на спину? Блядь, а шо, блядь, Новый год или шо? Я не понимаю. Как бы, ну, погода на улице. Ну, точнее, в игре погода как бы не соответствует тому, что мне выпадает. Почему мне выпадают санки? Почему мне выпадает Йода в костюме Дед Мороза? Как бы Новый год, ну, он как бы начался, но, блин, ну, ладно. Как бы это хорошо, то, что мне выпал аксессуар, мне выпал скин. Просто если бы я еще знал, сколько это стоит, это было бы еще лучше. А так я как бы вообще без понятия, что вообще, ну, как бы оно вообще ценится или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это то, что я выбил, оно хотя бы стоит пару лямов, либо это вообще нахер никому не нужно. Так, а сколько у нас вообще доната осталось? Ну, типа, я хотел бы Железного человека, на самом деле, выбить, потому что, ну, мне он как бы больше всего нравится. Так, а доната у нас 700, да, осталось? Давайте, короче, я сейчас куплю еще, наверное, штук 20, и мы их откроем. Итак, я, короче, купил 20 еще кейсов Marvel, и я очень хочу выбить либо там Человека-паука, либо Железного человека, либо что там еще есть, я не знаю, честно, я не видел, как бы я не смотрел. То есть я видел то, что там есть скин паука и Железного человека, остальное, что там есть, я без понятия, поэтому давайте пытаться открывать. Так, Лен, получается, обратно Лен, серебряная рулетка,
которая нахуй не нужна. То есть, ну, реально такое себе на самом деле падает. Так, семейный талон, бронза. Ну, хочется хотя бы хоть что-то еще хорошее выбить. Но, видимо, у нас это не получится сделать. То есть, это мы максимум просто выбили то, что могли. Да, ничего не выпало абсолютно. Я как бы впустую это все потратил. Конечно, мы можем сделать вот так вот. Так, 28, да? 28 АЗ мы перевели. Но это вообще мелочь, на самом деле. Это прям очень мало. То есть, ну, мы выбили только, получается, вот этот скин. Получается, санки и все. То есть, ничего больше хорошего нам не выпало. И, очень, возможно, нам отсюда сейчас что-то выпадет. Поэтому давайте попробуем. В принципе, попытка не пытка. Так, давайте 5 автоящиков купим. И понадеемся на то, что нам все-таки что-то выпадет, потому что хочется поднять баблишко немножко, понимаете? Я бы мог просто дать перевести в деньги, и хочется просто реально поднять денег. Давайте сначала эти открываем. Так, металл, бронза, небольшое дерево выпало, бронзовая рулетка. Мне, понимаете, выпало дерево. Небольшое дерево, номер 2. То есть у меня, понимаете, есть мангал, есть, по-моему, фонарь какой-то, я его что-то не вижу. Где-то он тут был, короче, но я его не вижу. Где-то у меня был фонарь еще. Короче, у меня есть всякая хрень, типа, для дома. Дерево можно посадить, в принципе, мангал можно поставить. И вот у меня еще такой фонарик есть. То есть, скорее всего, я думаю, можно купить себе дом. Хотя он все равно у меня слетит, потому что это я. Я всегда дома забыл оплачивать, и он у меня, скорее всего, слетит. Но я подумаю, не знаю, буду покупать или нет. Просто у меня 13 миллионов. Я не знаю, сколько сейчас дома стоит. Возможно, мне вообще денег не хватит купить себе дом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.